В ефірі телеканал «Відкритий», з вами Анна Грабанчук. Ця ніч на Дніпропетровщині пройшла спокійно. Окупантів на території нашої області наразі немає, тому, будь ласка, без паніки. І ми працюємо для вас, інформуємо вас. У нас своя інформаційна війна, своя інформаційна оборона. Тож, наразі в наших гостях отець Максим, настоятель Свято-Покровської церкви УПЦ у Дніпрі. Поговоримо, власне, про релігію та війну. Отець Максим, я вас вітаю. Добрий день. Ну, по-перше, як зараз молитися? Чи по-іншому? Наверное, молитися сьогодні стоит як ніколи. Потому что для православного христианина молитва – это не последняя надежда, а первый ответ на радости и горести, которые мы имеем в нашей жизни. Поэтому как сейчас молиться? Молиться от чистого сердца, молиться с полной уверенностью, что Бог рядом, Он здесь, Он все видит, Он слышит нашу молитву, и чтобы эта молитва была направлена от чистого сердца, исполненного покаянием. Поэтому кто что знает, каким образом понимает, пусть молится. В эти дни, особо в дни, когда в нашей стране идет война, когда погибают люди, к сожалению, разрушаются наши города, здания, храмы, мы должны молиться и просить у Бога помощи, и, конечно, о том, чтобы побыстрее все это прекратилось и снова был мир на нашей земле. Зараз, ну, краще не їздити по місту, бути вдома. Як правильно молитися вдома и чи можна вдома саме нити до храму? Вы знаете, сейчас в состоянии этой опасности многие люди не хотят и не имеют такой возможности выходить из дома. Есть такие, которые приходят, богослужения в эту неделю, первую неделю Великого Поста совершаются согласно уставу в храмах, где это возможно. Но если человек не может молиться в храме с верующими на общественном богослужении, он может присоединиться к прямым трансляциям богослужений с тех или иных храмов, монастырей из наших лавр Киево-Печерской или Святогорской лавры. Либо читать дома молитвы, желательно вслух прочитывать молитвы и утренние, и вечерние. Пусть это будет чтение и святой книги «Псалтирь», пусть это будет чтение книги преподобного святого праведного Иова Многострадального, там очень много поучений, которые могут помочь, успокоить. И, конечно, 90-й псалом, конечно, это 50-й псалом. Ну и призываю всех в эти дни молиться своими словами. Очень важно. Сейчас, знаете, многие к нам подходят и говорят: «Батюшка, такой шок, такая паника, все молитвы из головы повылетали, не знаем, как помочь и как молиться». Мы говорим: молитесь своими словами, пусть эта молитва будет сердечной, от сердца, от вашего ума. Поэтому Бог будет слышать такую молитву. Скажите, пожалуйста, насколько сильна коллективная молитва, я имею на увазі, что вся Украина и весь світ зараз посылает так Господу Богу лише одне прохание. Мы все знаем, яке. Вы знаете, в Евангелии написано, где двое или трое будут собраны во имя Мое, там и Я посреди них. Здесь миллионы людей в одном духовном порыве, в устремлении о прекращении войны. Мы знаем, что Бог слышит молитву праведного, слышит молитву грешного, поэтому она настолько сильна, и мы об этом находим свидетельство и в Священном Писании, мы находим об этом свидетельство и в жизнеописании многих святых. Мы знаем о многих святых, которые прославлены в церкви как воины. Они несли ратный подвиг, они защищали свое отечество, они церковью прославлены в лике святых. Мы им молимся, потом в эти дни особо мы призываем на помощь архистратига Михаила со всеми небесными силами и святых воинов, которые участвовали в ратном подвиге, просим их укрепить наши войска, нашу армию, ну и нас защитить от всякого зла. Поэтому очень большую силу имеет соборная коллективная молитва. Пусть даже она будет не в одно время, потому что у каждого из нас сейчас разные условия жизни, но вот чтобы мы всем единым сердцем, едиными устами молились о наступлении мира, о прекращении войны, о том, чтобы люди не умирали. У нас в Украине, ну, есть много церков Московского патриархата. Як наразі ви оцінюєте їхні дії, і чи правильно вони себе поводять, та як мають поводити?
Храмы Московского Патриархата сейчас массово говорят, и это правильно, о том, что мы должны прекратить войну, о том, чтобы враждующие стороны, которые не могут по тем или иным причинам договориться, все-таки нашли бы возможность договориться. Поэтому сейчас, вы знаете, такое время, когда каждая из церквей в Украине, как сказал наш президент, нет церквей не украинских. Все церкви в Украине, они украинские. Это сказал наш президент Владимир Зеленский. Поэтому все храмы должны сейчас, все церкви объединиться в едином достижении мира. Пока что мы видим, я вижу, я читаю, слава Богу, все храмы, все конфессии объединены в этом порыве. Многие призывают, многие пишут в сторону Российской Федерации, призывают там, чтобы духовенство доносило, потому что информации очень-очень мало. Люди не знают по ту сторону этой войны, многих вещей они не знают, и эти вещи нужно нам доносить. И, конечно, мы говорим о том, что война – это проявление скрытого духовного недуга человечества, братоубийства. Мы об этом читаем еще в Бытии, в 4 главе. Поэтому война – это есть зло, и причина зла – греховное злоупотребление благодатной свободы, которую Бог дал человеку. Понимаете, вот эта свобода, которой мы все должны в равном количестве, или как правильно сказать, пользоваться, кто-то присваивает себе мнимое право ограничивать свободу, в том числе ограничивать и жизнь. Поэтому вот это злоупотребление благодатной свободой, оно находит оправдание только лишь со стороны дьявола. Со стороны Бога этого оправдания нет, потому что от сердца человеческого исходит помышление злая. Если таковые люди имеют такие помышления, им нужно заглянуть внутрь своего сердца и понять, что они совершают грех. Нельзя идти войной. Это грех. Война – это зло. Отець Максим, зараз будуть такі найгостріші та найскладніші питання, однак ми маємо пояснити людям, да? Вбивство, так, захист своєї землі – це гріх або ні в цих умовах, які сьогодні в Україні є? В Священному Писанні однозначно говориться о том, що війна – це зло, однак тот чоловік, який приходить з війною в дом другого чоловіка, совершає це злодіяння, может и должен быть наказан. И если понадобится для этого грубая сила, то она может быть применена, и этот человек, пришелец, чужестранец, воин, который пришел в мой дом, в мою страну, он может быть даже наказан в том числе и смертью. Поэтому Церковь испокон веков, мы находим это в Священном Писании, благословляет воинов на ратный подвиг защиты. Если к нам приходит неприятель с целью захватить нашу землю, наши дома, наши храмы, то мы их должны защищать. На это есть Божье благословение. Что касается смерти, в этом плане смерть является производной от того греха, который человек совершает, приходя в другую страну. Поэтому в этом плане мы это все четко понимаем. Однако мы должны четко понимать и второй момент, что есть гнев праведный, а есть гнев неправедный. И вот если в сердце воина, который защищает свой дом, есть праведный гнев, а не злоба, жадность, сладострастие, как написано в Священном Писании, то такой воин однозначно является кем? Он является миротворцем. Он спасает мир от проклятия, которое несет дьявол через омраченный ум и сердце того, кто на нас нападает. Поэтому мы должны всячески стремиться прийти к миру. Всячески. И если люди этого мира не хотят, то мы должны силой защищать свое отечество, свою церковь, свой народ, если надо, положить душу свою за ближнего своего. Давайте поговоримо про те, який виявляється український народ милосердний. Ну, мабуть, ви бачили в соціальних мережах, як ми годуємо окупантів пиріжками та напиваємо чаєм. Наскільки це правильно? Бо думки розділилися. От я особисто, мабуть, це гріх, а я б окупанта не годувала. Це надзвичайно така має бути доброта. Або ж показати матерям Росії, що ми тут ваших так синів взагалі-то бережемо трошки. Да.
Да, это очень правильно, потому что первые лица нашей страны даже призывали и говорили о том, чтобы не делать никаких злодеяний, не записывать это на видео, потому что это будет вызывать ненависть. Вы знаете, Бог дал нам мир, мир в понятии спокойствия. Мир – это плод правды. Если правды нет, вот в книге Исаии пишется, мир – плод правды. Если этой правды нет, тогда и мира нет на земле. Когда нет правды… Если даже я, обороняясь и защищая свой дом от неприятеля, нарушаю свой сердечный мир, становлюсь подобным животному, а некоторые животные даже и такого не творят, что люди творят, тогда я уподобляюсь тому, кто ко мне пришел. Я уподобляюсь отцу лжи и человека-убийцу от начала дьяволу. Поэтому должна быть война праведная во имя защиты. Мир не только дар Господа, но и, знаете, это задача, данная Богом самому человечеству. В наших руках этот мир. Поэтому, когда мы к нашим воинам попадают в плен неприятель, оккупант, человек, который пришел сюда с оружием, если он сдается, поднимает руки, он должен быть принят как, в первую очередь, человек. Как человек. Его нужно накормить, перевязать ему раны, но он должен по всей строгости ответить за свое злодеяние. Но мы в этой войне не должны терять человеческое обличие. Мы себя позиционируем, как европейская армия, да, по выступу Арестовича. В первую очередь мы люди образованные, которые имеют определенный базис культуры. Поэтому не нужно уподобляться призывам о том, что мы должны убивать, мы должны их там всячески показать, насколько они больно нам сделали. Да, они делают нам больно. Идет война, идут беспринципные действия. Война, которая уносит жизни людей, но мы должны оставаться людьми, потому что после войны придет мир. Он рано или поздно наступит, хочет этого кто-то или не хочет. И вот нам придется потом смотреть в глаза Богу, в глаза себе, своим родным, заглядывать в свою душу. Поэтому, конечно, мы призываем быть гуманными, человечными, помнить о том, что мы все под единым Богом. Мы находимся в состоянии ссоры. Грех помрачил наш разум, поэтому брат идет на брата, сестра идет на сестру. В каком понимании мы говорим о братьях и сестрах? Сейчас, к сожалению, приходится дополнять и объяснять. Мы все от одного единого Бога, поэтому в этом широком смысле мы все братья и сестры, все в едином составе. Но помрачение греха заставляет людей воевать. Поэтому дай Бог, чтобы наши сограждане обратились к Богу в молитве, в покаянии, поняли, что нельзя враждовать и те, и эти, и все-таки, чтобы побыстрее восстановился мир. Я об этом сейчас всегда буду говорить, поэтому это актуально. Десь, Максим, после того, как вчера Росія скинула бомбу на пологовий будинок у Маріуполі. Ми всі до сих пір не можемо оговтатися від цього жаху. А частина людей, можливо, почала зневірюватися і почала звертатися до Бога. Як ти це дозволив? Прокоментуйте, будь ласка, це. На деякі процеси Господь Бог не впливає? Чи от я як? Господь, опять-таки, видите, Господь опять, мы говорим о том, что Бог дал нам мир, и в день Рождества Христова ангелы пели «Слава Вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение». Бог принес мир, Он примирил человечество с собой, Он дал новый закон, закон любви. Люди этот закон нарушают, воюют, воюют дома, воюют на работе, воюют страны между собой. Производная войны, производная греха – это проклятие, это смерть, это разрушение. Поэтому как человек, который вошел в это средоточие войны, как он может понять в этот момент, почему Бог это попускает? Понять это невозможно. Психика надломлена. И те вопросы, которые такой человек задает, они с одной стороны понятны, но с другой стороны ответы на эти вопросы человек будет получать значительно позже, когда придет холодный рассудок. Поэтому вы знаете, к нам же и не только во время войны приходят обездоленные. Всегда в храм идут те, кто требует помощи Божьей. У кого-то умер сын, у кого-то дочь погибла, кого-то убили, кого-то неправильно в тюрьму посадили. И всегда мы отвечаем: подождите, затворите двери
сердца своего и уста, помолитесь, к вам придет этот ответ. Никто не может ответить 100%. Почему так? Потому что зло. Вот это ответ, который мы знаем. А зло нужно прекращать. Еще раз повторюсь, Бог дал нам мир, но наша задача всего человечества – этот мир сохранить и пресечь зло. Для этого у нас есть сила. Мы ее должны пресекать, своей силой, это зло. Чи, можливо, ви думали про те, що українці як народ за щось розплачуються? Ви знаєте, зараз дуже складно відповісти на цей вопрос. Чому? Тому що общество все взбудоражено, і любой призыв к покаянию у многих людей вызывает ненависть и агрессию. Однако я, как священник, все равно хочу сказать, что любая война – проявление зла, греха. Поэтому в Священном Писании Ветхого Завета у нас есть масса примеров, когда на богоизбранный израильский народ нападали племена. Израиль обращался к Богу в молитве и говорил: «Господи, как же, мы ж богоизбранные, мы ж Твои дети, а Ты напускаешь на нас тот или иной народ». И Господь говорил, но это в общих фразах, я не цитирую сейчас Священное Писание, потому что хочу донести общий смысл. И Господь говорил: вы наказаны за свои грехи, за идолопоклонство, за отступление от того союза, который вы со мной заключили. Я вас наказываю тем или иным народом, но это не значит, что этот или тот народ не будет в будущем наказан. Вот это очень важно понять. Если этот и тот народ, который на вас ныне нападает, не вразумится, не покается, не исправит эту ситуацию, они будут наказаны точно так же. Поэтому, когда люди вопият об отмщении, в Священном Писании есть прекрасные слова: «Мне отмщение аз воздам, я сам отомщу, не переживайте». И месть Божья, ну простите, она намного сильнее и страшнее будет мести человеческой. Только какое будет это отмщение? Я думаю, не в тех категориях, в которых мы мыслим и думаем об отмщении. Поэтому предать в руки Божьи эту ситуацию, понять, что нам это попущено, в том числе за какие-то наши грехи. Какие грехи? Ну, вы знаете, их у нас очень много, как и у каждого народа. Пусть каждый внутрь обернется, подумает и для себя решит, чем лично я согрешил. И кроме греха, пусть каждый скажет, чем лично я могу помочь. Ведь наши молитвы, наше доброе расположение, наше желание мира – это уже тот месседж, который мы посылаем в небо, который мы посылаем друг другу и говорим: нет войне, прекратите, остановитесь, иначе погибнут люди, еще больше людей погибнет. Поэтому все это работает. В общем, все это дает позитивный результат. Только никто не знает, когда это закончится. Потому что все будет зависеть от тех людей, которые сюда пришли, которые воюют. Дай Бог им вразумление, чтобы этого не было. Як вважаєте, наскільки Україна як народ зміниться? Що я маю на увазі? А так от після війни, після перемоги, ми тепер розуміємо та будемо, сподіваюся, більше цінити свої цінності. Там, наприклад, жінки будуть обирати хлопця там не за матеріальними якимись, да, спадщини, так мовити, а за те, там, воював він чи ні, як він захищав свою родину, як він показав себе в такі тяжкі так часи. Так і дівчат будуть обирати. От зараз кожна друга жінка – це волонтерка, хтось плете сітки, хтось збирає гуманітарну допомогу, хтось в себе вдома селить переселенців з інших областей. Як ми змінимося? Ми вже змінилися? Да. Мы уже поменялись однозначно. Это начало новой страны, новой Украины. И вот сейчас очень актуальным является понятие промысла Божьего. Я уже, может быть, на наших встречах здесь, на пресс-конференциях об этом говорил, но сейчас как никогда повторюсь, потому что это очень важно. Промысел Божий – непрестанное действие, всемогущество, премудрости, благости Божьей, которым Бог сохраняет бытие и силы твари, всякому добру вспомоществует, а возникающее через удаление от добра зло пресекает или обращает к добрым последствиям. Поэтому дай Бог, чтобы эта война,
эта страшная ситуация послужила к началу новой Украины, крепкой, цветущей, любвеобильной, к тому, чтобы какие-то внутренние конфликты, а у нас их очень много в стране было до этого времени, чтобы они ушли. Посмотрите, как сейчас объединились политики, как объединились люди. Немає оппозиции, есть лишь одна влада. Да, одна власть, которая хочет одного – защитить свою страну, своих людей. Поэтому пусть Бог примирит всех нас через эту ситуацию, промыслом своим даст нам мир, тишину, взаимопонимание, уважение, любовь, и чтобы дальше мы не возвращались к тем негативным поступкам, к тем ошибкам, которые мы допускали до этих дней. Об этом говорит и наше духовенство, и предстоятель Украинской Православной Церкви митрополит Ануфрий. Об этом в своем обращении сказал митрополит Ириней Днепропетровский и Павлоградский. Об этом говорил и Священный Синод, который направил обращение и в сторону Российской Федерации, и в сторону наших властей, о том, чтобы поскорее был мир, потому что все мы этого ждем. Ну и об этом, конечно, написано и в социальной концепции Украинской Православной Церкви, в которой очень четко, ясно обозначено и написано, что такое война. Поэтому у кого есть вопросы, мы за 20 минут не можем всего осветить. Поэтому есть социальная концепция, там все четко, ясно написано. Что такое война, какие причины войны, в чем задача человечества во время войны, задача церкви и что такое мир в понимании христианства. Вот это очень важно знать, чтобы не было перекосов, чтобы потом духовенство, людей, которые в мире, в церкви, они не испытывали на себе давление, что вот мы воюем, мы волонтерим, а вы молитесь. У каждого свой фронт, у каждого своя работа. Если я брошу сейчас служение храму, пойду воевать, кто будет молиться за Украину, кто будет причащать, кто будет соборовать? Я вчера в Мечниково причащал, исповедовал тяжело больную женщину. Вы не представляете, с какой любовью, с радостью она была. Я шел по отделению, всех благословлял. Люди лежат в реанимации, поэтому это нам сейчас необходимо. Дай Бог, чтобы эта негативная, страшная ситуация послужила ко благу, чтобы мы всем сердцем обратились к Богу, к нашим исконным христианским постулатам нравственности, морали, чтобы в школе это проповедовалось, чтобы об этом говорилось. Тогда заживем по-новому. Я бы сказала, аминь. Аминь, да. Так, еще последнее питание. Зараз в Украине есть громадянская такая позиция, русский корабль иди, сами знаете, куда. І взагалі зараз українці багато так висловлюють свої емоції з допомогою нецензурної лексики. Чи можна зараз? Не можна. Никогда, не можна. Никогда як нельзя. Стриматися, скажіть? Никогда нельзя, потому что матерная брань – це неправильне выражение агресії. Господь Евангелие говорит: «Гневайтесь и не согрешайте». Поэтому, дорогие украинцы, дорогие братья и сестры, прекратите выражаться матерно. Это обращение ко всем вам. Пожалуйста, читайте много книг, читайте украинскую классику. Сегодня День ангела нашего замечательного кобзаря Тараса Григорьевича Шевченко. Он был крещен в честь святителя Тарасия Константинопольского. Если не ошибаюсь, сегодня и день смерти его, если я не ошибаюсь. Кто знает, поправьте меня. Вчера был день рождения, точно? Да, да. Вот. Поэтому читайте больше классики сейчас, в эти дни. Читайте книги. Не поддавайтесь панике, агрессии. Это разрушает и убивает только лишь вас. Все матерные надписи на бигбордах, на электронных табло, никто не прочитает там, где, куда они их посылают, эти надписи. Их читаем мы, их читают наши дети, их читают старшее поколение. В моем приходе все в шоке от этого. Ни один человек не сказал, что это правильно. Поэтому, конечно, обращаюсь ко всем, если это в силах чьих-то, пожалуйста, прекратите. Больше позитивных. Вот в транспорте еду, воюем, захищаем, оберегаем. Вот эти слова, они мотивируют. Гуртуемся, тримаемся, боремся. Поддерживаем друг друга, волонтерим, помогаем. Нет нецензурной лексики, нет однозначно. Это грех, это то, что будет усугублять духовную войну в нашей стране. Дякую вам, я сподіваюся, наши глядачі вас почули. Дай Бог. Я нагадую, що в наших гостях сьогодні був отець Максим, настоятель Свято-Покровської церкви УПЦ у Дніпрі. Говорили про релігію та війну, як вони взаємодіють, як себе правильно поводити, як молитися і
не вживати нецензурну лексику. Будь ласка, з вами була Анна Горбанчук. Побачимося незабаром.